Анонс и точная дата выхода 23 и 24 серии нового сериала «Цвет мести». 23 и 24 серии сериала выйдут на телеканале СТБ 14 октября. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Андрей решил встретиться с Михаилом Михайловичем и поговорить с ним о Наде. Потапенко уверен, жена Хромаева шпионит для Софии. Михаил поймет, что у него не остается другого выбора, кроме как рассказать Андрею правду о Наде. Как адвокат отреагирует на информацию о том, что Надежда Хромаева – это и есть Даша Гаманай. Какой будет встреча влюбленных после долгой разлуки? Это мы узнаем уже в новых сериях сериала. Борисов решит помочь Софии выйти на след Гаманай. Теперь у него есть свой интерес в том, чтобы помогать Горбач. Если Маша будет в опасности, отреагирует не только Даша, но и Евгений. Борисов хочет убрать конкурента, и у него есть план, как это сделать. Что будут делать Борисов и София, чтобы выманить своих врагов? Это все мы увидим уже в финальной 23 и 24 серии сериала «Цвет мести». Напомним, финальные серии сериала «Цвет мести» выйдут на телеканале СТБ 14 октября. Если вам нравится сериал и ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.